Афганская война длилась в два раза дольше Великой Отечественной и унесла жизни более 15 тысяч советских военнослужащих. Датой ее окончания стало 15 февраля 1989, когда завершился вывод ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. С тех пор воины-интернационалисты собираются в этот день, чтобы почтить память своих погибших товарищей. А в 2010 году этой дате был придан официальный статус. На государственном уровне был принят закон об установлении Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны более 1,5 миллиона наших граждан принимали участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч из них погибли. Все войны, все конфликты, которые проходят далеко от нашего мирного города, цветущего, зеленого, это как будто понарошку. Но отголоски взрывов и осколки снарядов болью отзываются в семьях зареченцев. Мы должны помнить и своими делами доказывать и хранить память и верность долгу тех ребят, которые отдали свои жизни за пределами нашей Родины. Для Валерия Жогина афганская война началась 13 апреля 1987 года. В горячей точке он провел почти два года, где служил военным врачом. 16 января 1989 года его часть покинула Демократическую Республику Афганистан. Самое трогательное – это вот был вывод войск. Смотрю на своего водителя, у него слезы текут из глаз. У всех было такое ощущение необыкновенной радости и необыкновенной горечи о том, что не все оттуда вернулись. Что еще запомнилось на всю жизнь? Это вот дружба и товарищество. Молодого солдата никогда не пошлют, не обстрелянного. Его натаскивают, ему помогают. Как правильно зарядить, как правильно разрядить, как спрятаться, где что делать. Память сограждан, погибших за пределами Родины, участники митинга почтили минутой молчания. Среди тех, кто не вернулся домой, но чьи имена навсегда остались в сердцах родных и в истории Отечества, зареченцы Виктор Мордвинкин, Валерий Бурма, Сергей Кляузов, Михаил Рябов. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».